Так что с ним случилось, с Рорком? Мы неделями искали его труп. Но нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первая добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос. Глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос – один из них. Чтобы найти Рорка, придется вернуться туда, где все началось. Докажите, что заслужили маску. Наша цель на крыше прямо по курсу. Требуется опознание. Сосредоточьтесь на вертолете на крыше поблизости. Так не пойдет. Нужен другой ракурс. Цель неопознана. Подождите, пока он к вам повернется. Установка связи. Цель подтверждена. Можно приступать. Вас понял, Скандроу. 6-2 ушел с канала. Готовьте устройство для спуска, проверьте парашюты. Выкидывай трос, сынок. Крюк. Один на кухне, один на подходе. Сначала на кухню. Подожди, пока он перейдет на кухню, затем нейтрализуй обоих. Ждем сигнала. Движение в центре.
Идут, заканчивай. Tal vez vaya a la rumba de afuera. Ojalá pudiera acompañarle. Hay muchas jevas buenas por allá. Váyase antes. ¿Quién se va a enterar? ¿Y si nos pillan? No me pillarán. Confía en mí. Ok, vámonos. Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? No sé cuándo toca divertirse. Y confía en mí, con ese que... Забудь, мы должны отключить лифты. Нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийные. За мной. Главные лифты отключены, аварийные еще работают. Распонял. Увидимся через 5 минут. Los fuegos artificiales se ven más arrechos sin luz. Большая группа. Придется их удивить. Разбейте телевизор. Слева. Беба! Слезь la cerveza телевизор. Se va a calentar si no vuelve la luz pronto. Es la mejor orden que me han dado hoy. Готово. ¿Qué coño está pasando? ¡Por allá! ¡Por allá! Thank you.
северо-восточного угла. Понял, я почти у центра управления. Помоги Хэшу, я подцеплю тросы. Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Цепляйтесь к тросам. Хватайте свой трос, уходим. А вот они. Thank you.
освободитесь. Аналогично. Твою мать, его здесь нет. Хэш. Ему крышка. Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю. Никто не знает. Хэш! У вас 5 секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4. Его здесь нет. 3. 2. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Это не ходячие мертвецы. Рорк! Я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Уокера. Мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Неважно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Операция под угрозой! Пытаюсь уйти по воздуху с 52-го этажа! Вас понял, Джейба. Располагаю себя рукой видимой помощи главного пункта сбора. Оборайте окно, прежде чем все это здание рухнет! Окна впереди! Понял! Прыгаем отсюда! К окну! Готовьте парашюты! Теперь валим нахрен.